Охлобыстин знает, как бороться с пенсионной реформой. Иван Охлобыстин в пенсионной реформе не видит ничего страшного. Актер уверяет, что давно уже к ней готов. Как говорит 52-летний Иван, вопрос повышения пенсионного возраста его нисколько не волнует. Почему? Ответ прост – у него 6 детей. Если доживу до пенсионного возраста, они прокормят, уверен Охлобыстин. Поэтому нам надо думать не о пенсиях, а о том, сколько детей в семье и как они воспитаны. Потому что если воспитаны плохо, то и себя прокормить не смогут. Но, откровенно говоря, я не верю, что большинство мужчин доживут до нового пенсионного возраста – 65 лет. С той же веселой интонацией в голосе продолжал актер. Даже если работа не тяжелая, то жены своими упреками и придирками не дадут дожить. Конечно, если жена хорошая, любимая, как моя, то жизнь она продлит. Но таких, как у меня, жен мало или вообще нет.